В Подмосковье уже 2 дня настоящее лето. В жаркую погоду так и хочется быть поближе к воде. Но сотрудники МЧС предупреждают, разрешенных водоемов для купания в Ленинском городском округе нет. В связи с тем, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в водоемах не позволяет купаться и не соответствует нормам, установленным. Поэтому купание запрещено. Но мы стараемся, мы видим с вами, что люди купаются, конечно, но мы стараемся максимально людям объяснить, что у нас на территории Ленинского городского округа купаться запрещено. Пляж на Булатниковском пруду в летний сезон пользуется большой популярностью у местных жителей и гостей округа. На территории зоны отдыха установлены таблички, запрещающие купание. Но многие не замечают предупреждения или просто игнорируют знаки. А я не видел тут никакого знака насчет того, что запрещено. Запрещено, не запрещено. Вот показали бы мне, где он, я бы подумал насчет купаться. Выбрались просто мясо пожарить, отдохнуть и пообщаться в целом с людьми, с которыми давно не виделись. С бывшими одноклассниками. Вероника Крылова приехала на пляж вместе со своими друзьями. Рассказывает, знаков о запрете купания в данном водоеме они не видели. И поэтому с удовольствием плавали в пруду. Вода не холодная, она очень теплая. На мостике, там, когда спускаешься, там есть какой-то водопад, вот, и на нем можно поцарапаться. Сотрудники МЧС во время пляжного сезона регулярно проводят профилактические рейды, во время которых напоминают отдыхающим о безопасном поведении на водных объектах. У нас в каждой зоне отдыха есть маршруты патрулирования, выставлены специальные спасательные посты, где люди дежурят, специально обученные, которые смотрят за поведением людей. Перед началом купального сезона были проведены исследования, проверялась вода, наличие у них бактерий. То есть у нас вода непригодна для купания. Также спасатели раздают жителям информационные листовки и рассказывают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Не поддаваться панике. Нужно в обязательном порядке сосредоточиться и предпринять максимальные меры для того, чтобы выбраться к берегу. Волной обязательно волна должна быть к спине. Для того, чтобы не испортить отдых себе и близким, не забывайте об основных правилах поведения на воде. Будьте бдительны и осторожны. И выбирайте только те пляжи, где созданы все условия для комфортного пребывания на природе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гюльнара Балаева. Видное ТВ.